Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Эти слова Владимира Маяковского как нельзя кстати подходят к предстоящему событию. Апатийский дворец культуры имени Егорова приглашает всех горожан и гостей города на отчетный концерт вокального ансамбля «Лучики надежды». «Звездное небо». Такой концерт состоится 8 декабря в Большом зале Апатийского дворца культуры. Его название выбрано не случайно. На мой взгляд, в этом мире нет ничего красивее, чем небо, особенно если на нем зажигаются звезды. В нашем концерте все это будет. И небо, и загорающиеся звезды, наши детки от 6 до 16 лет, которые будут зажигать сердца своих зрителей и слушателей. Поэтому «Звездное небо». Вокальный ансамбль «Лучики надежды» – это несколько десятков талантливых мальчишек и девчонок. Для своего концерта ребята во главе с руководителем Ярославной Клевцовой подготовили 14 лучших номеров. Мне кажется, все песни классные, но самая моя любимая – это, наверное, «Вместе с нами». Почему? Там выступает наш состав, и мы там очень много двигаемся, у нас там танец придуманный, очень классно. Отлично. Скажите мне, девчонки, все вместе, «Лучики надежды», можно сказать, что это семья? Да. Да. И действительно, в этой семье дружны все, начиная от воспитанников и заканчивая их родителями. Подготовка к предстоящему концерту была напряженной. Пока дети разучивали песни и хореографию, мамы трудились над созданием костюмов и декораций. Цель оправдывает, безусловно. Времени не скажу сколько, каждую репетицию, как только была возможность, приходили. Приходили все мамы, у кого такая возможность была. Где кто-то на часик, кто-то на два часика, у кого как получалось. После работы, во время обеденного перерыва, бежали постоянно, помогали. Вот. Очень надеемся, что все у нас в итоге получилось, что зрители это все оценят. И дети наши будут великолепно выглядеть на сцене. Концерт, где на сцену сразу выйдут так много детей-вокалистов, в Апатийском ДК состоится впервые. Понимая всю ответственность, ребята, хотя и уверены в своих номерах, все же переживают. Немного переживаю. Что особенно волнительно? Волнительно то, что будет очень много песен, нужно будет перестраиваться, вот. А так нет. Киловатты света и звука ждут вас на концерте. Специально для мероприятия Ярославна Клевцова придумала много интересных фишек, которые ранее не использовались в стенах Дворца культуры. Дорогие наши зрители, мы вас ждем в воскресенье в 15 часов. Концерт «Звездное небо». Мурашки по коже обеспечены. Если вы хотите отлично провести время со своей семьей, то приходите 8 декабря на концерт «Звездное небо». Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры или выиграть в нашей группе в социальной сети ВКонтакте.